Есть такой социальный лифт, как спорт. То есть, если ты тупой, но быстро и хорошо бьешь по мячу, то все девки твои и деньги тоже. Другой путь – оказаться умным. И тут вариантов уже больше, от изобретательства до банковского дела. Еще можно быть одновременно умным и быстрым, а также красивым и вдобавок петь сопрано. В целом, желательно уметь делать что-нибудь такое, чего другие не умеют, но чтобы это что-то было всем позарез нужно и не пропадешь. А еще существуют социальные лифты из говна. Это когда ты вредишь другим людям, за счет этого приподнимаешься. Странно, что многие согласны прокатиться на таких, но еще более удивительно, что снизу этим людям часто аплодирует толпа. Скажем, мошенники от Локи до Остапа Бендера с давних времен почему-то нравились людям, хотя если присмотреться, то это всего лишь преступность и тюремная романтика, а-ля голуби летят над нашей зоной. Вообще, тот факт, что развод ближнего своего на бабки считается своего рода доблестью, много говорит о самом человечестве и его подсознательных желаниях. По крайней мере, за приключениями удачливых кидал все следят с неослабевающим вниманием. Ну вот, например, жил-был на свете мальчик, допустим, Костя. Криминальный талант он развивал с самого детства, тренируясь на друзьях и одноклассниках. А потом вырос и стал в этом деле профессионалом. Масштаб разводок был для Кости не особо важен, потому как ему нравился сам процесс и испытываемое при этом чувство превосходства. Типа он весь в белом, а вокруг доверчивое мясо. Но естественно миллиардером он стал, как тут не станешь. Одного пробросишь, на другого в суд подашь, третий сам подписывает, что попало, вот и накопилось потихоньку. Наиболее эпичной стала, конечно, афера с генераторами. Если вкратце, то один магазин никак не мог прорваться сквозь бюрократическую волокиту и подключиться к находящейся через дорогу электростанции. Ну и сдуру арендовал у Кости немного мощностей, чтобы, значит, внутри горел свет, и посетители видели, что они там в магазине покупают. Что делает Костя? Он привозит 100 тысяч миллионов генераторов и складывает их на парковке штабелями. Один генератор он включает, и магазину этого достаточно. За остальные незаметно капает аренда, пени, штрафы, проценты, еще штрафы. В общем, в итоге магазин вдруг получает не счет, а долг размером с бюджет небольшого государства. На вопрос, какого, собственно, Костя разводит руками и говорит, мол, вы же не уточняли, сколько вам надо, так что я привез побольше, все законно, вот договор, вы сами подписали. Грузит неправедные миллиарды в грузовик и едет, значит, домой. А дома его уже налоговая ждет и говорит, ты молодец, чувак, красивая разводка, уважуха, теперь давай плати с этого бабла налоги. А Костя им, какой такой налог-шмалок? Это вообще не мои деньги, я их чисто посмотреть взял. Идите, дяденьки, отсюда. И, в общем, с налогов тоже спрыгнул. Свалил все бабки в бункер и стал думать, чем бы еще заняться. Смотрит, а в Крыму блэкаут, словно по заказу. Ну что тут скажешь, слава Украине, подумал Костя, взял свои тонны генераторов и поехал разводить по той же схеме целый полуостров. Ну чего бы и не да, там и так веселуха, все бегают, подключают, переподключают, зеленые человечки толпами ходят, в такой суматохе никто не заметит. И вот не то, чтобы было так жалко крымчан, государство и магазин. Бесит тот факт, что почти все в этой ситуации будут топить за Костю. Типа, ах, какой он молодец, как лихо он всех провернул на своем огромном, нам бы так. То есть, по факту, небольшая часть людей изо всех сил приближает сингулярность, космическое будущее и прочие прогрессы, а у остальных в головах до сих пор лежит старинное говно, типа, не наебешь, не проживешь. Нахуй так жить, катаны? И, кстати, будьте осторожны, потому как может оказаться так, что Костя будет проходить мимо, а вы неожиданно для себя окажетесь бомжами. Тут-то ваше восхищение его талантами искиснет, но зато вы познаете на личном опыте кое-что важное. Лох не мамонт, лох не вымрет. А вы – да. Ну и где кино-шмино? Внизу, между прочим, разъярённая толпа. Так деньги ж кончились давно. Ну класс, а чё теперь? Теперь жрать нечего, вот чё. И на море я ни разу не был. А море вон оно, казалось бы, только руку протяни. Давай попросим у кого-нибудь. Ну да, ну да. Хотя... Эй, Гоголь! Гоголь! Есть лаве? Стой там, никуда не уходи. Сейчас порешаем. Гоголь для своего времени был дико готичен и шлялся в основном по кладбищам, где собирал свой некроманский посох души. Даже книгу потом про это написал. Достоевский, как ее прочел, сразу же упал с эпилептическим припадком. А Гоголь накопил энергии, сделал колдунство и скакнул на 200 лет вперед. Очень он был любопытный. А там его сразу схватили и начали приносить в жертву. Мол, это из-за твоих книжек все. Если их вслух читать, то открываются порталы и оттуда лезут демоны. Ну, Гоголь из последних сил назад упрыгнул и думает такой, не, так не пойдет. Некромантию забросил, души успокоил и начал топить за технический прогресс, изобретать роботов, компьютеры и разные искусственные интеллекты. Даже книгу потом про это написал. Пушкин, как ее прочел, сразу же пошел Дантесом застрелился, потому как не понял в ней ни слова. А Гоголь при помощи суперкомпьютера искривил вселенную и снова в будущее прыгнул, проверить, что там изменилось. И попал прямиком в кинотеатр на фильм про Гоголя. Но оказалось, что его никто не смотрит, потому что все втыкают в свои встроенные в мозг импланты. И так ему обидно стало, что он вернулся в прошлое, книгу сжег, лег, перестал есть и умер. А все от того, что многие даже сейчас телефоны в кино не выключают, чем приносят авторам невыразимые страдания. Ну, вообще тут только на пожрать. Кино не получится. Балованный ты, пожрать-то это уже неплохо. Да, а дальше что? А дальше? Ну, думаю, по той же схеме. Эй, ты! Да, ты в дурацкой шляпе. Деньги есть? Сделай что-нибудь, я их долго не удержу. Сейчас, еще секунду. Ага, вот оно. Все, впускай.
Где наш полный метр? Где наш полный метр? Где наш полный метр? А, вот ваша шляпа. Короче, мобильный интернет отключили инопланетяне. Но не просто, чтобы поржать, а для своих научных исследований в области психологии примитивных цивилизаций. Ну и чтобы поржать, конечно, тоже, потому что они хоть и сверхразвитые, а хороший пранк ценят. В общем, взяли и разом отключили. Нужно сказать, что человечество проявило себя перед лицом кризиса вполне достойно. Хотя совсем без жертв не обошлось. Когда из-за невозможности оперативно обмениваться информацией пошатнулась и рухнула мировая экономика, население Земли немного подсократилось. Но если не считать этого, а также череды всевозможных катастроф, революций и голодных бунтов, все обошлось. Люди стали понемногу приспосабливаться. Василий раньше был CEO в собственном стартапе, занимавшемся мобильными приложениями. После того, как стартап закономерно схлопнулся, Василий вспомнил 90-е и решил пойти в таксисты. Эти без работы никогда не останутся. Но в таксисты Васю не взяли, потому что города он не знал и без подсказок навигатора путал право-слева. Тогда Василий попытался найти работу в офисе. Ну и тут его ждал облом. Внезапно работодатели всерьез начали волновать знания соискателей. И Василий, привыкший полагаться на интернет, также внезапно обнаружил, что знаний-то у него и нет. Хотел Вася грузчиком устроиться, но рынок квалифицированной рабочей силы и так был переполнен бывшими бьюти-блогерами и летсплейщиками. Так что работы на всех не хватало. Чтобы не двинуть кони с голодухи, Василий перешел на подножный корм. Однажды после недельной диеты из дубовой коры Василий набрел на грибы. Что это за грибы, он не знал, но выглядели они симпатично и при этом не являлись корой. Так что Вася, недолго думая, их тут же и захавал. Через час ему так поплохело, что глюки начались. Мир вокруг поплыл и превратился в стрёмный калейдоскоп. Изо всех щелей поползли мерзкие щупальца и потянулись к Васе. Оплели, начали душить, и тут Василий проснулся. Кинулся к телефону проверять, есть ли интернет. Связался с офисом, потом в мобильный банк зашел. Все работает как часы. Приснится же такое, подумал Вася. И с тех пор Василий отмечает день мобильного интернета как второй день рождения. Ну и вы присоединяйтесь. Валим, валим, валим! Чуваки, мы снова заработали немножко денег и улетаем делать полный метр. Держитесь здесь, всего вам доброго, счастья, здоровья. Так, ну и где кино? Ты только посмотри, что со зрителями стало. Где кино, я тебя спрашиваю? На. Да ладно. Так, так, так. Одному, короче, перцу было скучно, потому что все вокруг запретили, кроме телевизора, и сел он смотреть русский сериал. А там, значит, сюжет и все такое. В общем, первым делом провинциальную студентку-девственницу насилует богатый мажор, сын депутата, после чего все ее клеймят шлюхой. Не пережив позора, оба родителя студентки скоропостижно крякают инфарктом, а черный риэлтор, сговорившись с черным мусором фуражки, выселяет ее из родового гнезда и вообще отправляет в тюрьму ни за что на 1000 лет. Все эти плохие люди остаются абсолютно безнаказанными и дальше нигде не фигурируют. По пути в тюрьму студентка пытается сделать аборт, но ей ясно дают понять, что это грешно. Спустя годы она выходит из застенков, а может это не она, а ее дочь, рожденная в неволе от насильника. Сама же студентка давно в мучениях скончалась. Для сюжета это не принципиально, потому что в любом случае это не просто женщина, а архетип русской бабы. Разумеется, у нее тоже есть дочь. Оказавшись на свободе, русская баба первым делом находит себе стандартного мужчину из говна и палок, воспитанного колонии опарышей. И заселяется с ним в барак с мерзкими соседями. А также устраивается на мерзкую работу, где ее регулярно домогается начальник склада и ненавидит стареющая директриса, по совместительству жена этого самого начальника. Тем временем говномужчина, не выходя из перманентного запоя, влезает в долги к опасным людям, просто потому что может. Опасные люди, вколов себе тестостерона для брутальности, встречают русскую бабу около барака и всячески ее запугивают и унижают. Баба страдает и этим совершенствует свою бессмертную душу. Когда совершенство бабиной души достигает немыслимых пределов, небо посылает ей белого мента, без фуражки, но с пистолетом, так как добро должно быть с кулаками, но лучше с пистолетом. Белый мент повергает в прах бандитов и спасает бабу. И тут вдруг чувак понимает, что у него от просмотра этого говна начался неизлечимый спидорак. Приложив к жопе кору дубы, он жаждет мести и бежит в горы, в тайный монастырь мистиков, где после недолгого обучения становится мастером проклятий. Поскольку предсмертные проклятия обладают наибольшей силой, чувак ежедневно выпивает флакон яду, проклинает кого-нибудь и умирает в муках. После чего его срочно реанимирует бригада специально обученных монахов. Читер, в общем. Так он действует несколько месяцев, последовательно проклиная всех актеров, съемочную группу, директора телеканала, руководство страны и нескольких личных врагов. Но в конце концов понимает, что с пидорака и ежедневной смерти угандошили почти все нейроны головного мозга, так что он теперь тупой. Тогда тупой мастер проклятий решает, что его миссия исполнена, а земной путь близок к завершению и решает искать в следующей жизни покоя, потому что света он не заслужил, а покой заслужил и вообще порядком заебался. Сказано, сделано. Окончательная смерть, перерождение и бац, он теперь дерево, потому что дерево — это покой. Стоишь себе, шелестишь листьями и все делаешь медленно-медленно, пока вокруг стремительно летят года. И в общем, только бывший чувак успел подумать, ну вот я и дерево, как его спилили китайцы и переработали в кучу всякой хуйни, типа шкафов, тумбочек и табуреток. Тут он окончательно психанул и решил стать камнем, потому что камни вообще ни о чем не думают, а просто смирно лежат. Но
Но в этот момент ёбаные человеки наконец-то устроили ядерный пиздец, и вскоре камнем стало все вокруг. Точнее, даже не камнем, а спекшейся поверхностью. Так что покой, считай, получила вся планета. И с одной стороны, конечно, жалко всяких котиков, дельфинов и деревьев. А с другой, есть большой плюс. Русских сериалов никто больше никогда снимать не будет.